Всем привет, друзья! С вами ваш старина-скелет, и в преддверии грядущего праздника я решил вспомнить старые, слегка жутковатые, но в целом теплые, любимые нами всеми мультсериалы. И да, это новый выпуск ностальгии-шоу, на который изначально все и подписывались. Поехали! Шоу «Кураж, трусливый пес». Мультсериал, созданный от тех же создателей, которые подарили нам Альфа, в начале нулевых представили зрителям свое новое творение под названием «Кураж, трусливый пес». Сюжет состоит из приключений пса Куража и его хозяев, который серия в серии натыкается на приключения. И эти самые приключения часто связаны с мистикой, жуткими монстрами, инопланетянами и прочими нечистями. А спасает старичков из их злоключений трусливый пес Кураж, показывая, как бы странно это ни прозвучало, свою отважность. Многие эпизоды не могут не восхитить свои изобретатели и сценарными ходами. Также в мульте можно найти кучу отсылок и пасхалок. Сюжет некоторых серий тянут, если не на отдельный фильм ужасов, то на серию мистического сериала уж точно. И самое здоровское в картине то, что за свои 10 минут оно успевает развить сюжет, убирая все ненужное и оставляя самое интересное, при этом не забывая о мелких деталях. А главный посыл о том, что собака лучше друг человека, обыграна в мультсериале хорошо и совершенно в новом свете. Вообще, данное мультипликационное творение можно и даже нужно расценивать в разных жанрах, ведь по ходу дела сериал раскрывается не только как мистические приключения в неизвестном городе в неизвестном доме, а становится все скорее похоже на веселый винегрет из фантазии создателей. Держится все, помимо прочего, уже на хорошо проверенной визуальной комедии абсурдности ситуации. В пример можно поставить тот же Looney Tunes. К слову, во многом они похожи друг на друга, с периодичными общениями со зрителями и своеобразными коронными фразами. Точно кто-то был? Или меня зовут Алоизиус? Что не так? Каждый эпизод выполнен с особой любовью, в сопровождении с клевыми саундтреками и яркими красками, от которых, кстати, отдает некой хиппи-культурой. Главный персонаж, пугающийся каждого шороха, с каждой новой серии преодолевает свои страхи, показывая зрителям все проявление смелости, одолевая неудачи антагонистов, и все это мастерски вливается в целостную историю талантливых людей. В итоге мультфильм получился ярким и ненаигранным, мистически буйным и чертовски хорошим, удивляющий зрителей громким концертом восприятия. Пойдем, Кураж, мы уезжаем, это просто дыра. В целом, Кураж, трусливый пес, ненавязчивый, а по-доброму жутковатый короткий сюжет и про трусливого и в то же время отважного пса. И это именно то, что безусловно достойно вашего внимания. Ну а на этом таки все, друзья. Получился, надеюсь, интересный, короткий в стиле самого мультсериала обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был, есть и будет ваш старина скелета. Всем пока!